Творчество великого русского писателя Льва Николаевича Толстого принадлежит к числу наиболее ярких проявлений человеческого гения. Торжественный вечер в Большом театре Союза СССР, посвященный 150-летию со дня рождения Льва Толстого. В президиуме генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев, руководители партии и правительства, деятели науки, культуры и искусства, зарубежные гости. Открывая вечер, председатель Всесоюзного юбилейного комитета, первый секретарь правления Союза писателей СССР Георгий Марков отметил, что книги Льва Николаевича Толстого стали поистине достоянием народа. С докладом «Лев Николаевич Толстой и современность» выступил директор Института мировой литературы имени Горького, член-корреспондент Академии наук СССР Георгий Бердников. Он, в частности, сказал: «Чествуя сегодня великого писателя, мы еще раз осознаем, какой бесценный вклад в мировую культуру внес этот удивительный человек, как обогатил он духовный мир каждого из нас. Хочется при этом напомнить еще раз прекрасную запись в книге почетных посетителей Ясной Поляны, в которой Леонид Ильич Брежнев высказал убеждение, что произведения Толстого останутся источником мудрости для новых и новых поколений». Выступившие на торжественном вечере зарубежные гости говорили об огромном влиянии Льва Толстого на мировую литературу, о той огромной и истинно русской любви писателя к людям, которая сделала его творчество понятным и близким для всех народов мира. Творчество Льва Николаевича Толстого навсегда вошло в духовную жизнь советских людей и всего человечества.